А, найди с Алексей Дамника. Раньше же кидали. Он ищет рыбу. Да, раньше кидали. Смотри, ворона прилетела, остатки тысячи. Не взяла я. Ну, видишь, достал что-то с одной. Всякое еще, видите? Он достал рыбу. Пойдем, Ириш. Он еще что-то нашел. Рыбу-то могли, между прочим, живую туда кидать. Как бы живую кидали туда. Ага. Пускай ловит. Пойдем, Ириш, попробуем. Сейчас держись, ворона. Сейчас тебе попадет. Все. Хорошо, попробуем. Али. Идем льва смотреть. Вот смотри, лев какой. Смотри, какой. Да. Алексей, успокойся. Ага. Не надо так. Ну подожди, надо, давай посмотрим. Смотри, манки тут. Себя видели. Да. Это кто? Сына, кто это? Донки, мам, это донки. Донки, окей. Это кто, Алексей? Гоут, да? Ага. Один бур и два овечка. Юля. Мама, зебра. Денис, сюда иди, быстро. Мама, зебра. Зебра. Сурикатов видел? Сурикатов? Ой. Зебра домой хочет, ее не пускают. Да. Она говорит, пустите меня домой. А ее не пускают. Кто там, сына? А там еще тигр должен быть. Сходи, посмотри. Да, там дальше тигр будет.
Алексей, вы нашли тигра? И какашки, мама. Отлично. Алексия. Не ходи, не ходи. Смотри, раз, да, можно. Анна, привет. Да, это как у Маши. Ну какой Мишка? Посмотри, Алексия, смотри, какой жираф там, давник. Смотри, вот жираф. А мы сейчас хотим пойти кушать. Кто это, Алексия? Торнадо, как у меня платье. Это Юнис. Конечно. Красивый, да? Ну, какие красивые. Мама, смотри! Маша, возьми яйцо! Смотри, смотри вам! Вот так! А не пасы! Мама и папа не время!
потому что они очень рены. Потому что они очень хотели кушать. А вот бэби. А вот еще бэби и мама. Четыре. Четыреста. Ну да, они пошли там. А что там? Это почки называются, почки. Листики еще не распустились вместе, они там такой. Но это почка. Пошли сюда, там синщик. А потом туда. Да, уже. Да. Вот я ползу.